в Орезе раннее утро, и вот здесь я нашел такое ателье, где на заказ хозяйка шьет одежду, вяжет, и вот здесь есть даже цены. Вот 95 евро это майка, брюки 130, а пуловер 125 евро. Вот такое интересное ателье. И дальше я здесь увидел очень интересную картину такую в частном доме. Кошки просятся уже на улицу. Вот они, посмотрите. Вот они здесь гуляют там. Вот они, видите? Вот там крупные котики. Вот они. Красивые, хорошие, но сытые и в то же время хотят на прогулку, на воздух.